Часто жалуются наши потребители, особенно пожилые, пожилого возраста, что приходят к ним на адрес представители якобы газоснабжающей организации, представляются работниками Горгаза. В принципе, на них присутствует кое-какая спецодежда, то есть выглядят они достаточно достойно. Вот, предлагают установить те или иные приборы, конечно, озвучивают очень приличную цену, но потом еще дополнительно озвучивают, что конкретно сегодня у них там какие-то присутствуют акции, и пенсионерам у них скидки, и в результате пенсионеры вот доверчиво как бы к ним относятся, идут, как говорится, к ним на контакт, платят эти деньги, а потом выясняется, что эти приборы в разы просто бывают и в 3, и в 5 раз они дороже, чем они могли бы установить спокойно, купив где-то в магазине, в розничной торговле. В случае, если у вас есть подозрение, что этот человек не работник газоснабжающей организации, вам можно позвонить по телефону 129 и осведомиться, проводятся ли какие-либо работы газоснабжающей организации по данному адресу. Вообще без причины к вам может прийти на адрес либо контролер газоснабжающей организации в соответствующей одежде, при наличии удостоверения вот такого образца, либо у слесаря, либо у контролера вот такое вот удостоверение. Присутствует работник газоснабжающей организации. Чаще всего у них еще присутствует бейдж. Ну и в случае, если вам в газоснабжающей организации говорят, что по данному адресу никакие работы не проводятся, никакой контролер там не должен был находиться по этому адресу, то скорее всего, что вас посетили мошенники. Как правило, при проведении тех или иных регламентных работ именно на объектах наших граждан по системе газоснабжения, газоснабжающая организация тем или иным способом уведомляет домовладельцев о том, что их посетят работники газоснабжающей организации. Если это техническое обслуживание, то чаще всего на подъездах вывешивается объявление, что будет проводиться техническое обслуживание систем газоснабжения. Если это обслуживание индивидуальных водонагревателей либо котлов, то предварительно всегда газоснабжающая организация обзванивает этих потребителей и уведомляет, в какое время, какого числа к ним прибудет слесарь газоснабжающей организации для проведения регламентных работ. Будьте внимательны, осторожны и берегите себя.